Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале ZQWISE. После прочтения комментариев по поводу того, как работает американская почта, я еще раз хотел снять маленький ролик непосредственно про такую почту, как USPS. Это самый распространенный поставщик услуг. Международный рынок он вышел под названием EMS, но локально в Америке он работает как USPS. Чем он хорош? Вы можете найти офис практически в любом районе, взять кучу бесплатных материалов для отправки почты. Если вы работаете на дому, то вы можете материалы, если у вас закончились, заказать непосредственно с сайта и вам их доставят. В данном случае у меня вот закончилось вот такие вот конвертики, они пузырчатые. Если их отдельно покупать, стоит дорого, то у меня очень много отправок идет. USPS Priority Mail, Packet Flat Rate Envelope, такой пузырчаточек, очень такой качественный пакетик. У меня он закончился. Что мне для этого нужно, чтобы заказать? Я захожу на сайт USPS, выбираю здесь раздел Shop и, соответственно, выбираю. Могу купить себе марочки, но это платная услуга, могу выбрать непосредственно почтовые какие-то конверты, упаковку, бумагу для распечатки, tracking number и, соответственно, наклеек вот на конверт. В общем, все, что мне нужно, я могу здесь выбрать. Дальше, соответственно, я щелкаю нужный мне раздел, и, соответственно, у меня появляется весь каталог того, что я могу себе здесь выбрать. Я сейчас сразу покажу, как это выглядит. Вот. Вот. Ну и, соответственно, дальше выбираю те конвертики, которые мне здесь нужны. Мне здесь нужно проводить email, захожу в этот раздел, выбираю где-то наши envelope. Ага, вот они есть. А они бесплатные, они стоят 0 долларов 0 центов. Щелкаю на корзину order. Максимально я могу за раз заказать 15 штук. Вот. И все, собственно говоря. Дальше нажимаю на checkout. Появляется для confirmation мой заказ. И в течение 7 дней я получу, прям придет человек, постучится ко мне в дверь и принесет пачку мне вот таких вот конвертов. Ну и, соответственно, там другие вещи, которые я заказал. Вот. И дальше я заряжаю бумагу в принтер. Все заказы у меня проходят через принтер. Лобачочек я леплю сюда вот прямо, упаковываю. И, соответственно, перед закрытием почты, где-то за полчаса я приезжаю, отвожу туда, складываю на стоечку все свои заказики. Трачу на 30 секунд и уезжаю. Вот, собственно говоря, как происходит бизнес в Америке. Вот. Практически все сайты позволяют распечатывать shipping label и покупать сразу доставку, не выходя из дома. Я получил несколько вопросов по поводу, как осуществляется оплата. Оплату вы можете делать несколькими способами. Большинство сайтов поддерживают оплату через PayPal. И, соответственно, если у вас PayPal нет, вы можете просто оплатить пластиковой карточкой. Предельно просто и ясно. Дикая экономия времени. Вот, соответственно, если у вас есть вопросы по поводу каких-то других нюансов электронной коммерции, ведения интернет-бизнеса, задавайте свои заявки. Напоминаю, у нас на канале продолжается конкурс «Выиграть свою электронную сигарету». Смотрите ролик, посвященный этому конкурсу. Подписывайтесь на канал. Если моя информация интересна, размещайте в социальных сетях и рекомендуйте своим знакомым. Хорошего дня. Оставайтесь со мной на канале и посмотрите продолжение.